Владимир Александрович Зеленский, мы студенты факультета управления и политики МГИМО. Обращаемся к вам как к человеку, который ответственен за судьбы десятков миллионов украинцев, с которыми нас связывает тысячелетняя история. Мы и есть один народ. Уже вторую неделю в украинских городах идет спецоперация вооруженных сил России. Она должна положить конец войне, которая началась 8 лет назад на Донбассе. Ваш дед бок о бок воевал с нашими дедушками, чтобы победить чуму нацизма и спасти будущее своих внуков. Мы хотим жить с нашими украинскими сверстниками в мире и братстве, которые царили между украинцами и русскими веками. В 2019 году, во время выборов на Украине, вы обещали, что положите конец войне на Донбассе, где такие же ребята, как и мы, годами жили под обстрелами и бомбежками только из-за того, что они русские. Вы и сегодня можете закончить эту войну. Нас МГИМО всегда учат, что там, где заканчивается дипломатия, начинается война. Мы считаем, что конец войне положит именно дипломатия. Президент России объявил, что для стабилизации ситуации на Украине необходима денацификация и демилитаризация страны, подтверждение нейтрального статуса Украины и признание суверенитета России над Крымом. Не так давно вы заявили, что все, что вы получили от НАТО, это дизельное топливо. Никто, кроме нас самих, не желает мира между нашими народами. Наши вооруженные силы не убивают мирных граждан. Это дело рук националистических батальонов, которые вам не подчиняются. Наши деды победили чуму нацизма не для того, чтобы она снова подняла голову. Россия никогда не бросала своих и никогда не бросит народ Донбасса, чего бы это ни стоило. Поэтому найдите в себе мужество и сделайте то, чего ждут от вас наши народы.